А репортаж-то, друзья, о чем? Я ездил в Эльче, покупал себе гитару, чтобы брынчать на трех аккордах. Вот захотелось мне. И Лариса меня заставила заехать в этот большой-большой оптовый магазин, где тоже рядом магазины. Сколько сумма. И она купила себе ботиночки. Ботиночки. Процентов на 30 дешевле, чем 45 евро. Они сейчас в магазине будут стоить где-то 90. О, 90 в Аликанте. Да, я думаю. Ну вот такие вот она купила себе классные ботиночки, померила, очень ей подошло. Оптом торговали, но этой красавице отдали, да, мне одну сказали, пару. Вот такие, друзья, дела. Так что этот репортаж о обуви в Эльче. Да, кстати, если кому нужна помощь в заключении контрактов с этими организациями, переводческие услуги, трансферы, пожалуйста, обращайтесь. Все дело в цене. Обсудим, сколько вы заплатите, и мы поможем вам все сделать. Adiós, amigos.